В физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» прошла игра открытой лиги по баскетболу. Наша команда – лидер на данном турнире. На ее счету уже 9 побед и ни одного поражения. 17 декабря она встретилась с командой «Техстрой» из Смоленска. В первой четверти десногорцы сыграли максимально собрано. Счет на табло 21-10. Во второй четверти команда «Техстрой» начала нагнетать давление на наше кольцо. Счет 36-24. Но задел первых 10 минут встречи продолжал сохранять за хозяевами площадки преимущество. Последние два периода команда САЭС активно вела борьбу и не оставила сопернику никаких шансов. Итог встречи 70-51 в пользу Десногорска. В команде особо отличился Александр Филин, на его счету 21 очко. Нашу сборную активно поддерживали юные баскетболисты и их родители. Мне очень нравится смотреть соревнования, где играет мой тренер. Для нас важно в спорте, это должен побеждать красота спорта, красота матча. Вот здесь, хотя мы десногорцы, но болеем всегда за спорт. Очень динамичная игра. Команда соперника очень быстрая, грамотная. Нам пришлось очень тяжело, особенно в начале игры. Вот, не смогли использовать свои преимущества. Вот, команда соперника грамотно использовала свои преимущества. Это вылилось в результаты матча. Довольно-таки крепкая команда. Хоть и не так часто удается тренироваться вместе, но понимаем друг друга, хорошо бежим. Дойти до финала – это наша главная задача. 22 декабря нашей команде предстоит встретиться с равным по силе соперником командой Смоленского государственного университета, у которой также ни одного поражения. Болеем за наших.